Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Самогонщик с Урала. Наконец-то я перегнал дистиллят с солода ржаного, который делал в предыдущем видео. Ссылочка будет вверху. Можете поглядеть, как это делалось. Ну, что я могу сказать по поводу данного дистиллята? Запах у него напоминает... Я делал из пшеницы, зерновой, приятный такой дистиллятик. На вкус она мягонькая. Ну, скажем так, это ленивый вариант приготовления а-ля зерновая брага. Зерновой дистиллят, извините. При желании можете попробовать. Меня результат порадовал. На этом у меня все. Спасибо за то, что поглядели. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Всем вкусных напитков. До свидания.